Наша музыка. Наша. Я повезу тебя в музей, сказала мне сестра. Для всех многодетных наших слушателей и зрителей я напоминаю, что первая суббота месяца бесплатно можно пройти в Политехнический музей. Я там побывал и хочу показать вам, какие классные штуки имеются в политехе на Китай-городе. Посмотрите, я никогда не думал, что атомные бомбы такие веселые. Она же похожа на Асисяй. Атомная бомба Асисяй. Смотрите, какие у нее глазки. На этом этаже вы можете посмотреть экспозицию, посвященную авиации. Вот тебе и приборная доска, снятая с которой самые секретные приборы. Мы видим дырки. Да, вот тут вот, пожалуйста, катапультирующееся кресло, ЕМОЕ. И тут же еще вы можете видеть модели самолетов. Проходим дальше. Металлургические заводы. Вот они, да? И кинопроизводство. Гарри Бартон снял фильм про серого волка и красную шапочку. И там пародия на памятник Мухиной рабочей колхознице. Вот она, вот она. И вот он. Вот он, зал, который имеет отношение к нашему радио. Это прикольно. Зал имени Попова. Вот такие вот были приемники, такие радиолы, магнитолы. А вот самая большая магнитола, подаренная Иосифу Сталину. А граммофон? А граммофон в следующем зале. Пойдем за мной! А вот, пожалуйста, граммофон. А вот, пожалуйста, патефон. А вот фонограф. А вот уже тебе известный магнитофон на кассетах. А что, пиво-то не наливают? Пиво наливают рядом. Китай-город — это центр Москвы. Ну, заходи. Пошли. Наша.